Уважаемые коллеги, друзья, я прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным откликнуться на мое приглашение приехать в Россию для того, чтобы подвести про итоги той работы, которая была проведена за год после принятия известного заявления в прошлом году. А потом мы и подтвердили, собственно, нашу договоренность уже в январе текущего года. Прекращение огня и восстановление нормальной жизни. За это время действительно сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы не урегулированы. Я знаю и о инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы с вами в том числе и сегодня собрались, для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом все-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи вернулись уже людей к своим местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей, работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни. Вот что важно. Создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьера правительства Армении, Азербайджана и России. Мне коллеги мои докладывали о том, как идет работа. Не просто, но тем не менее, эта работа в продвинутом состоянии находится, и есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только создать соответствующую, не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения. Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель всех наших усилий, а именно в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать там, в безопасности, и, могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику. И все это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан на обеих стран. Но и для России это имеет большое значение, имея в виду особый характер отношений с Арменией и с Азербайджаном. Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства. У нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать. Вот это то, что мне бы хотелось сказать вначале. Мы сейчас с Ильхамом Эльдаровичем обсудили предварительно и те вопросы, которые подлежат нашему согласованию в ходе совместной работы с армянской стороной. Мы сделали это предварительно заблаговременно. Неоднократно в последнее время разговаривал с премьер-министром Армении на этот счет. Вот. И сейчас, вот мы, когда двигались здесь, к месту нашей встречи, тоже обменялись соображениями на этот счет. После нашей трехсторонки Никола Владимирович останется, мы еще двустороннюю встречу проведем. Вот это, пожалуй, все, что мне хотелось бы сказать вначале. Если у коллег есть желание, необходимость высказаться в начале нашей встречи, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за приглашение. Очень в Азербайджане ценим ваше личное участие в вопросе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. И, конечно, активное участие в прошлом году в деле
согласование текста заявления. Мы, как вы отметили, встречались в этом формате в начале года. Сейчас уже встречаемся к концу года. Можно подводить итоги. И, конечно же, в целом в зоне ответственности российских миротворческих сил ситуация стабильная. Не было серьезных инцидентов, не было намеренных провокаций. Те единичные случаи, которые наблюдались, они носили несистемный характер. Поэтому хотел бы поблагодарить российский миротворческий контингент за хорошую службу. Они обеспечивают безопасность в регионе, который на протяжении многих лет был в состоянии замороженного конфликта, в прошлом году полномасштабной войны. Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Считаю, что эта тема одна из важных, из тех, которые пока не выполнены, потому что пункты трехстороннего заявления, которое было принято и подписано в прошлом году, в ноябре, практически все выполнены. Поэтому, думаю, сегодня, естественно, мы с вами уже предварительно об этом поговорили. Эта тема будет обсуждаться так же, как и тема по определению границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также очень высоко ценим поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе. Граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована. Поэтому неоднократно мы высказывались публично о том, что готовы начать процесс, безотлагательный процесс делимитации. Скажу более того, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи. Ну и, конечно, масса других вопросов, которые возникают, но они оперативно решаются, и в том числе при активном участии российской стороны, вашем личном участии, МИДа, Министерства обороны, правительства и других структур. Еще раз благодарю за приглашение, за эту возможность сегодня провести такую встречу. Владимир Владимирович, позвольте сперва поблагодарить вас за приглашение, за организацию этой встречи. Но прежде чем перейти к повестке сегодняшнего дня, позвольте от своего имени, имени армянского народа, соболезновать вас по поводу взрыва в Кузбассе. Погибло множество людей. Я хочу выразить свое сочувствие всем родным и близким погибших шахтеров. Ну, очевидно, ваша личная роль и роль Российской Федерации в приостановлении войны в прошлом году и после 9 ноября уже российские миротворческие силы разместились на Горном Карабахе вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что они, российские миротворцы, Российская Федерация играет ключевую роль в стабилизации ситуации на Горном Карабахе и в регионе. Но хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десяток людей погибло уже с обоих сторон. И инциденты случаются и на Горном Карабахе. И с 12 мая сего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы, но государственная граница существует. И это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что
фактически все, кроме все пункты, кроме деблокады коммуникации, уже выполнились. Вы знаете, что и мы это неоднократно обсуждали с вами и очно, и по телефону, что существует еще и проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных. Это очень важный гуманитарный вопрос. Но я хочу сказать, что я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить или озвучить проблемы, а поговорить и обсудить вопросы решения тех проблем, которые существуют. Я тоже неоднократно объявил, что Армения готова приступить к процессу демаркации, делимитации, демаркации границы. Тема открытия деблокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы. И я надеюсь, что вот сегодня наше обсуждение, все вопросы, которые мы обсудим, и я видел, вы упомянули во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана и проблему Нагорно-Карабахского урегулирования. И президент Азербайджана упомянул сейчас только что вопрос о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Конечно, мы заинтересованы в этом тоже, и мы считаем, что Нагорно-Карабахское урегулирование должно происходить в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Но я думаю, что очень многие вопросы и нужно, и можно обсудить и решить в двухстороннем формате, в двухсторонних форматах. Я должен сказать, что уже намечаются еще и прямые контакты между официальными лицами Азербайджана и Армении. И я думаю, что это тоже нужно подчеркнуть вот на фоне не очень хороших и позитивных нюансов. Эти позитивные нюансы тоже нужно подчеркнуть. И самое главное, хочу я повторить, извиняюсь, что я думаю, что главный смысл сегодняшней встречи не просто озвучить вот существование или несуществование каких-то проблем, а главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным или настолько это возможно конкретным решениям по стабилизации в регионе Южном Кавказе, потому что это наша ответственность, мир, стабильность и безопасность людей. Спасибо. Вот, мне кажется, что на самом деле очень важно то, что сейчас было вами сказано, и президентом Азербайджана, и премьером Армении. Есть заинтересованность с обеих сторон в развитии, в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе. Вы сейчас только упомянули и о коммуникациях, разблокировании коммуникации. Я тоже об этом говорил. В этом все заинтересованы. И Россия в этом числе, имея в виду, что мы все близкие страны, мы соседи, у нас большой объем товарооборота, и в этом все заинтересованы, очевидно. Первое. И второе, мы все-таки договариваемся о том, что в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы, по делимитации, затем по демаркации. И об этом тоже, конечно, сегодня поговорим. Хотя ясно, что вопрос сложный, он еще достался нам еще с Советского Союза, четкой границы там не было, но есть возможность об этом, об этом говорить. Согласен с обоими коллегами в том, что чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше. И прямые контакты двухсторонние – это вообще в приоритете. Знаю, что в ближайшее время у вас намечена встреча еще в Брюсселе. Вы согласились поехать туда, там провести встречу. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможности прямого общения, тем лучше. Я недавно на этот счет тоже разговаривал с председателем Евросовета, господином Мишелем. Он вас ждет. Но, надеюсь, мы сделаем какой-то шаг вперед, и можно будет сделать
дальнейшие шаги уже и на других площадках. Повторяю еще раз, мы только приветствуем вовлечение наших партнеров в этот диалог. Главное, чтобы он шел на пользу. Спасибо большое.